массовому пищевому отравлению, которое произошло 31 марта в городе Бишкек в ресторане «Алато». Было банкетно-свадебное мероприятие, и количество гостей составляло 192 человека. На 5 число, на сегодняшнее утро, пострадавших 263 человека, госпитализировано 182 человека, амбулаторную помощь получили 81 человек. У нас под подозрение попала курица по-тайски, горбуша рыба по-домашнему. Данного объекта отсутствовало медицинское освидетельствование, санитарные книжки не были представлены вовремя. Что в курице по-тайски, в рыбе жареной и в других продуктах также были обнаружены патогенные микроорганизмы, но они стали причиной, так сказать, вторичного загрязнения. То есть, когда в пакеты уже были собраны эти продукты и вместе транспортировались домой, произошло загрязнение этих продуктов. Сама сальмонелла, она содержится в основном в различных продуктах питания, в том числе и в молоке. Но основной источник – это мясо птицы. В основном мясо водоплавающей птицы. Ну и птица, куры тоже является источником и продуктом, который является причиной возникновения сальмонеллеза. Сегодня проведена полная дезинфекция ресторана «Алато»,